утро на Енисее. В условиях карантина, когда спортзалы все закрыты и нет возможности заниматься, конечно, бег выручает. Я вообще в полном вкусе, особенно после бега за кофе, с булочкой заходишь, вообще класс. Всем рекомендую. Так калории возвращаются, получается. Ну, это же удовольствие все. Обязательно бегаем. Ну, по возможности хотя бы через день обязательно бегаем. Физическая нагрузка должна присутствовать, плюс карантин, как бы все сидят дома, поэтому обязательно. Дыхание, да, тренируется, выносливость. Как бы с этого нужно обязательно начинать вообще как-то привыкать к спорту. То есть с бегом вполне это как можно сделать. Я пешком хожу. После 35 лет вредно бегать. Кто вам такое сказал? Читала. Многие против пробежек. О, не люблю я бегать. Почему? Не знаю, у меня слабые ноги. Каждый день бегать люблю, бегать всем советую. Ну, можно это рассмотреть с точки зрения волевого акта какого-то, можно с точки зрения здоровья, можно просто кайфовать. Ну, год назад я бегала. Действительно, мне это действительно нравилось, но сейчас я поняла, что просто мне не хочется. Я лучше на роликах покатаюсь, на велике, не знаю, погуляю подольше, но лучше делать то, что хочется, то, что нравится, потому что бегать через силу, это, конечно, закаляет, там, как принято, да, думать, но лучше делать то, что в кайф, жизнь. Просто отдохнуть от домашних дел, особенно сейчас, когда сидишь дома. Вот такой замечательный повод выйти. Много ли бегаете? Много. Бегаю много, километров 10 точно. Каждый день? Ну нет, через день. Редко бегаю, я занимаюсь тоже редко. Ну иногда лень, иногда просто хочется как-то отдохнуть от этого. Почему не бегаете? Наверное, я начинаю бегать, начинают все болеть кости. Предпочитаю велосипед, тренажер. Бегаю утром, иногда вечером. 6, максимум мой 10. Я такая не сильно бегу пока. А почему вообще начали бегать? Ой, для меня это как медитация на самом деле. Я вообще отключаюсь, и если какой-то стресс, это мгновенно выбегивается. Это идеально просто.